Лидер оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил премьер-министру Николу Пашиняну пойти на политическую сделку. По его словам, это решение самое оптимальное, позволяющее избежать всяких потрясений. Выйдя в эфир в воскресенье в своем Facebook, Марукян предложил премьеру отозвать свое ходатайство, переданное президенту, о снятии начальника генштаба Оника Гаспаряна. В ответ просвещенная Армения подписывает с властью меморандум о том, что оппозиционная фракция не будет выдвигать своего кандидата в премьеры и принимается решение созвать досрочные парламентские выборы. «Господин премьер, давайте прекратим весь этот шум и гвалт. Давайте успокоим общество и страну. Если и проводить митинги, то только в рамках предвыборной кампании. Пойдем на выборы, и пусть люди решат, кто должен быть у власти. После этого новая власть пусть решит, менять главу генштаба или нет», — сказал Марукян. Он призывает Пашиняна оставить в покое военных и дать им возможность привести в порядок армию. Марукян убежден, что ни о какой попытки переворота со стороны генштаба не может быть и речи.